Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередная прокачка. Будем качать полученную последнюю имбушку донатного героя. Ну, конечно, не последнюю. Я думаю, о, нифига себе, четверка. Сегодня мы будем с вами прокачивать лисицу. Попробуем вытащить нужные талантики, чарки и прочее. Ну, в принципе, у нас они уже есть по большой степени наролены. Такс. Поехали. Поехали, начнем качать эту имбу. Да, поставим. Поставим вместо бидончика вот сюда вниз. Так, отлично. Отлично, поехали, начнем с таланта. Что по талантам? Какие варианты есть? Конечно же, я показывал вам вариант ПДшка, так как герой очень наносит неплохой дамаг, но страдает от этого, как и все герои. Если вы соберете на атаку, герой на любой отражалке просто будет сливаться, потому что дамажит прилично. Вот, соответственно, варианты какие? Для PvP локаций оптимальный вариант, дефный вариант, это огненка плюс, даже, пожалуйста, с вами затестим, у меня скина нету. Понятно, что мы так качать не будем. Скина нету, и получается у нас только один вариант. Если мы вкачаем пакт, я на чем у меня там делается по рункам девятым, а у нас хватает, у нас хватает, поэтому можем девятку вкачать. Такой вариант, любая отражалка, и все, и герой просто минусуется. А главное, десятку не вкачать. Герой интересный, против ронинов хорош, на битве гильдий хорош, на PvP локациях хорош. Все зависит, правда, от сборки. Поехали, посмотрим. Сольемся сразу же первым левелом. Вот так вот, уходит винвиз моментально. Шутка, конечно, то еще. Вы думаете, что реально герой говно, но герой очень неплохой. Мы сейчас его, правда, прокачаем немножко и тогда уже затестим по полной мере. Так, поехали, начнем. Отлично, нам вылез пак. Вот видите, здесь пак вылез. Я пробовал один интересный видосик. Но пока непонятно. Разные вариации есть на разных аккаунтах, на разной силе, по-разному их дают. Было бы неплохо, если бы они сказали, с чем это связано. Ну, за один бакс неплохой, кстати, пак. 29 минут. Ну, у нас, в принципе, все эти расходники есть. Не, не за 1 бакс, а какой? За 2. Размечтался я за 1 бакс. Так, это вчерашние наши расходники. Я позабирал плюшечки для быстрой прокачки героя. Конечно, без скина очень печально. Все хотелось бы, надо будет поискать скин, потому что данному герою надо 2 таланта. И тот, разные вариации. Ну, конечно же, я буду огненку качать в первую очередь. Мы качнем немножко просветик. Подготовим героя для дальнейшей прокачки. Сделаем эволюцию, сделаем аугментацию. И пойдем потестируем. Герой донатный можно собрать, в принципе, за монетки. На некоторых серваках, ну опять же, на некоторых серваках монетки можно получить без доната, на некоторых с донатом, имеется в виду золотые монеты. Надо будет поэкспериментировать на некоторых серваках. Если брать героя в сравнении с другими донатными, да, это не Зефир, но у него есть свои преимущества. Сейчас я вам почитаю его скилл, умение. Игнорирует иллюзорность, он очень неплохо заходит против ронинов, понижает отхил, бьет по зоне, автопрокер, плюс дополнительно, когда включается, получает вот 60% уклонения, это реально дофига, имеет кучу иммунитетов. То есть реально это крутой герой, но его надо еще правильно прокачать, и не везде он будет тащить, поэтому не особо надейтесь.
Он, в принципе, уже этих денег не стоит, которых раньше он был там 400-500, сейчас за сотку, за 50-ку можно его получить без проблем. Так, прокачиваем по чуть-чуть. Делаем эволюцию. Как раз пока докачаем сейчас эволюцию. О май гад. У нас закончились зеленые кристаллы. Что ж мы будем делать? Вчерашние это 200к кристаллов. Что еще надо, вы скажете? Так, отлично. Эволюцию мы уже ему сделали. Поехали дальше. Делаем аугментацию сразу же. Так, отлично. Аугментацию сделали. Сердце. Real Heart. Призрачные. Так, ну что, пробуем вытащить что-то интересное. Что по созвездиям? Конечно же, уклон самая топовая тема, но и точность ему тоже надо, чтобы он попадал. Без этого никак. Криты там и прочее, ну, честно скажу, это такое себе. Это на некоторые локации. Самый идеальный вариант это, конечно, точность и уклон. Но видите, что-то... Ну, сюда можно слить все карты и нифига толкового не вытащить. Это нормальное явление. Атака. Вот, вообще отлично. Вообще отлично просто. Делаем идеальную лисицу. Я надеюсь, у нас сейчас не уйдет дофигища созвездий на уклонение. Точнее, самого на созвездие. Уклона. Но без этого никак. Надо его правильно собрать, тогда от него будет хоть какой-то толк. За счет того, что у него дополнительно еще уклонение, то есть вы можете представить, да, насколько он усиляет себя. Но это стоит учитывать, что он у вас должен включиться. Включится он в том случае, если по нем не будут попадать в основном. Если будут попадать, забирать энергию, там либо станет, ну я образно имею в виду, станет там блокировать как-то его. От этого толку никакого не будет, так как это не встроенная функция. Она только активируется, когда включается скилл. Поэтому вариантов особо много нет. Ну вот если посмотреть, 650, да, 6 на 6, 36. И вот одно созвездие дополнительное нам уже дало намного больше, чем мы сейчас наролим 6 уклонений, там, либо 5, да. То есть одно созвездие это будет перекрывать. То есть... Это однозначно плюс, когда у вас в созвездиях никто не говорит, что надо везде все там что-то одно делать. Надо универсальных героев делать, то есть уклон, точность на сегодня это такой самый оптимальный вариант. Но не падает уклонение, я не знаю, это что-то какое-то проклятие походу на этом аккаунте. На втором аккаунте у меня вчера я ролил созвездие, просто налегке дофига всего повытаскивал. Шестые там уклоны падали без проблем, раз за разом, а здесь, ну, просто печаль. О, наконец-то. Наконец-то еще один. Очень плохо уклонение начало падать. Ну, нам надо как минимум 5 вытащить, для того, чтобы у нас был опять четверка. Издеваются, короче. Чтобы у нас был бонус для чарки. Сейчас мы дойдем до чар. Ну, по чарам тут... Даже, в принципе, можно сразу сказать, что самый оптимальный вариант это, конечно же, сеска. Уменьшение входящего дамага плюс дополнительно отхил. То есть это оптимальный вариант, если вы собираете сборку с ОЗ против там зефиров и прочих. То есть вам надо, чтобы герой подольше выстоял и хилился нормально. Ну, блин, просто писец. Я, честно говоря, в шоке, насколько хреново падают у нас созвездие. Наконец-то еще одна пятерка. Еще осталось малость, еще осталось две пятерочки словить. И перейдем к чарке. Ну,
Ну, я вам скажу так, как бы вы его не прокачали, если у противника будет хороший суперпэт с точностью, эти все уклоны до одного места будут. Он все равно его пробьет. Отлично. Все, поехали. По 450, ребят, самое интересное. Ловим пятый. Здесь уклон. Двойка. По 450. Нифига себе. Не, ну, красавчики просто. Подкрутили нам они однозначно. Не понял. Я что, чарку ставил ему? Я вроде с чарку не выбивал. Это как нафиг? Офигеть просто. Просто жесть, ребят. Я, честно говоря, в шоке. Я в офиге. Ну, блин, спасибо, сэкономили мне один священный суд. Но такое бывает очень редко, когда падает топовая чарка, которую ты хочешь, именно на героя, которого ты качаешь. Однозначно подкрутили, по-другому тут никак. Так, поехали дальше. Вот такая вот у нас сборочка, как видите, сейчас на атаку собрана. Поставим эмблемой Римочку, чтобы сразу включался. Для чего я взял вообще лисицу? Для чего мне она нужна? Конечно же, для прохождения волны АК. На этом аккаунте она не пройдена. И у нас есть, в принципе, все герои. Единственное, что у нас здания еще не докачаны толком. Но я попробую даже без этих прокачек попытаться пройти эту локацию. Так, отлично. Сейчас мы с вами как раз докачаем до максималочки. Так, отлично, есть. Делаем. А я не взял. Сейчас делаем апгрейдик и достанем первую эволюцию. Где это использовать? Конечно же, волна, по локации везде все, атака фортов. Ну, это чисто такой вариант экспериментальный. ПВП локации однозначно да, лабиринты там и прочее однозначно да, и за пределы тоже мы будем пробовать фармить, потому что это идеальный вариант против ронинов и прочих. Так, отлично, есть, давайте сюда закинем, у нас есть 10-я ремка уже на аккаунте. Кого поставить, ну кто у нас есть, давайте поставим Рудика, я не буду суперпэт оставить. Вот такой вот вариант, 5-600 уклонения. То есть не так уж и много, остальные уклоны нам надо получать за счет прокачки титула того же самого, прокачки. Сейчас не будем делать, поехали. Просто посмотрим на героя в деле. Вот, видите, дамага у нас сейчас дофига, но у нас отражалка просто бомбически, он будет сливаться, ну не знаю, практически на любой отражалки, то есть дамажный вариант для данного героя, ну просто противопоказанный. Смотрите, какая там отражалка ему идет. Вот дальше Фрей его просто добила. То есть он будет классным, крутым, убивать будет, но это не вариант. Вариант сюда ставить либо ПДшку. В моем случае это скорее всего будет ПДшка. На ближайшее время, пока скин не достанем, потому что мы будем сливаться на отражалках очень быстро. Так, есть у меня ПДшка? У меня ее нет, надо будет ролить. Либо же Охненко. То есть таких два варианта. Так, чуть не продал коробки. Таких два варианта самые оптимальные для данного героя. Ну и конечно надо титул подкачать нам. Попробуем сделать вторую эволюцию. Еще немножко прокачать герою скилл, потому что скилл тоже в принципе немаловажен, но я сомневаюсь, что у нас там хватит много. Так, у нас уже где-то будет сейчас скоро около 500к, идем на 500к, еще ему прорыв качнем. Я тестируем, он уже у нас без прорыва. Докачая прорывы, потом сделаем первые тесты.
против топовых моих героев. Основы. В принципе, у нас тут сборка неплохая для данного героя получилась. Такая же, в принципе, как и на основе. Единственная разница в титулах. Так, отлично, 200 есть. Теперь мы можем качать прорыв без проблем. Посмотрим, что по судьбе. Ну, 60 тысяч, в принципе. Можем идти. Идти смело качать скилл. Ну, а потом нам останется только качать прорыв. Ну, единственное, я же говорю, нам надо все-таки облик, потому что без облика такое себе. Надо будет мне оставить сейчас ПДшку на него однозначно и плюс воодушку, то есть такой вариант, а потом будем менять, ставить еще дополнительно огненку. Хотя у меня огненка можно эмблемой поставить как вариант сейчас. Такс. Качаем. Ну, камней пока вроде всего хватает. Смотрим сейчас, докуда сможем докачать. Знаю, или хватит до 14 скилла нам его качнуть, вряд ли, думаю. Хотя, в принципе, 60-й это у нас 13-й будет. Может и хватит, сейчас посмотрим. Может сделаем первый 14-й скилл. Как видите, дофига надо кулаков тоже, дофига всего для прокачки. Ну, неплохо. Да, чуть-чуть нам не хватило. Надо будет посмотреть, кто тут у нас. А, ну тут надо будет некоторых героев подкачать. В принципе, без проблем получим. 14-й скилл пока, 13-й с копейками. В общем, вот так вот, ребятушки. Прокачали, в принципе, у нас немного. Осталось прокачать герою прорыв, поставить правильный талантик. Скорее всего, у меня сейчас будет на нем подашка стоять. Надо будет поискать ПДшку и дальше уже будем тестировать его на волнах и на других PvP-локациях. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите теста данного героя на твинке. Посмотрим, насколько нам он облегчит все задачи, все прохождения локаций. Самому интересно. Вот, смотрите, отлично вообще. Можно сразу вкачивать на максималку без проблем. Без проблем. ВМК плюс это. И уже будет герой намного лучше стоять против отражалок. Не знаю, кто там у меня. У меня тут хорошие противники. Сейчас на Ронина скинем. У нас пока лист не прокачан еще. Вот смотрите, как четенько. Вот, по 5000 получает. Если бы у нас был просто пакт, мы бы сейчас просто с вами офигевали. Ну, видите, сносят. Ну, там герои с прорывами. У нас герой пока без прорывов. Ну, хорош. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.